Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. Это видео посвятим еще одному рецептику из переросших огурцов. Если у вас их много, можно приготовить очень много вкусных салатиков. И мы еще один рецептик сегодня сделаем. Для этого нам нужно взять огурцы. У меня 2,5 килограмма огурцов переросших. Беру пучок укропчика, ну примерно 100 грамм. Пол килограммчика лука репчатого. Масло 250 миллилитров. 100 миллилитров уксуса яблочного 9%. Если нет, можно обычный. Берем также сахар. Сахару добавляем 2,5 столовых ложки. Соль 1 столовая ложка. Также добавляется черный перец горошком и лаврушечка. Чистим огурчики от кожуры. Если кожура горькая, можно с кожурой вместе нарезать. Но переросшие огурцы обычно имеют грубую кожуру, поэтому я всегда ее удаляю. Так салатик получается вкусней. Огурцы нарезаем так, как вы любите их в салатике. Я режу пополам и нарезаю обычными дольками. Делаю это не очень тонко, чтобы огурчик во время приготовления салата, он все равно станет еще меньше. Лук режу полукольцами и тоже отправляю к огурцам. Берем укропчик. Укроп я беру именно самую зелень. Черешочки нам не нужны. Они грубые. А вот зелень самый-самый дает смак. Нарезаем. И отправляем к огурцам. Теперь мы сюда отправляем соль, сахар, пряности. Все сюда же отправляем. Уксус также отправляем. Перемешиваем и поливаем маслицем. Все отправляем в огурчики. Накрываем крышкой и оставляем минут на 40. Огурчики дадут сок. И после этого продолжим готовить салат. Салатик постоял, дал сок хороший. Перекладываем в кастрюльку. Ставим салат на огонь. И нужно греть до такой степени, чтобы огурцы изменили цвет. Они станут немножко жухлыми, такими потеряют зеленоватый цвет и станут немножко темнее. Как только такое появится, сразу же убираем с огня. Но это буквально минут на 15-20 ставим на огонь. Все, огурчики готовы. Вот я их обычно посмотрю, как только вот кожица становится вот такого цвета, все, салатик готов. Раскладываем по баночкам салат вместе с соком, с рассольчиком. Обязательно проверьте на соль во время варки. Если недостаточно соли, тогда добавьте во время варки чуть-чуть соли. Все-таки по рецепту иногда бывает, ну, всяко бывает. У кого-то вкус другой. Обязательно нужно пробовать на соль. Салат по баночкам разложили и сразу закрывайте крышками. Плотненько укупориваем крышками. Стерилизацию салат не нужно делать, потому что он уже довольно-таки хорошо прошел стерилизацию. Главное, запомните, когда вы его варите, никогда не переваривайте. Как только кожица у огурца посветлела, сразу же разливаем по баночкам. Или же вы переварите, у вас получится не очень хорошие огурцы. Сам салат очень вкусный. Его и добавлять можно к различным блюдам. Из него даже можно готовить солянку. Солянку и добавлять в различные тушеные овощи. Очень вкусно. Такой салатик не только можно подавать ко вторым блюдам, но и кушать самостоятельно. Также его можно использовать при приготовлении различных блюд. Приготовить его несложно. И тем более, когда есть большое количество переросших огурцов, их всегда можно пустить в дело. Всем, кому понравился салатик из огурцов, поставьте пальчик вверх. Будем благодарны. Всем до новых встреч. Пока!